Здравствуйте, я Артур Микайлян, живу в Армении, в город Раздан. Учу в школе номер 12 в 7 классе. Я умею определять время без часов с точностью до секунды. Еще могу определить день недели любого названного года, месяца и числа. О чудесных способностях сына мне рассказала его школьная учительница. Если Артур укладывает учебники в портфель, значит, скоро прозвенит звонок. С его помощью дети в классе определяют, когда начнется перемена. Мы в семье проверили способности Артура определять день недели любой даты без календаря. И все ответы были верными. Это удивительно. Способности Артура помогают ему в учебе. Он помнит многие исторические даты. Дни рождения писателей. Несмотря на то, что учится еще в младших классах. Дома мы не пользуемся часами. У Артура их тоже нет. Они ему просто ни к чему. Может быть, его способности связаны с развитием? Артур начал говорить очень поздно, в 8 лет. И с первыми словами начал проявляться его дар. Артуром заинтересовалась комиссия Книги рекордов Армении. Подтвердив его способности, даже открыли отдельный раздел рекордов. Потому что до Артура такого никто не умел. Мы приехали на проект «Удивительные люди», чтобы найти ответ, как мой сын определяет время. И, может быть, это не единственный его талант –